Всем доброе утро. Приготовила тут завтрак. Все по-быстрому. Омлет. И сели смотреть с Даяной видео, как делают сладости, конфеты, тортики, всякое такое. Ей очень нравится, как что делают, как что происходит. Поэтому будем смотреть. Достали тут вчера, смотрите, такой вот пазл. Напомню, кто-то отдавал, но нам было еще не по возрасту. И вот вчера разбирала кладовку и нашла. Сейчас позавтракаем, будем как раз собирать этот чудо-шар. Собрать, чтобы потом опять разобрать. Ну, прикольно. Хочется самой посмотреть, как это на самом деле, потому что я раньше никогда такие не покупала. Так что все, будем завтракать. Всем приятного аппетита. Ну что, собрали мы шар. Посмотрите, какая красота. Классный вообще. Даяна очень многое сама собрала, но я ей тоже помогала. Надо пойти в магазин, будет посмотреть что-то такого плана еще, потому что, блин, интересно очень, необычно. Первый раз собирала, классно. Тебе понравилось собирать? Как будто бы мячик, да? Да, только кидать его нельзя. Да. Класс. Вот здесь будут таскать принцессу. Хорошо. Так. Ну что, уложила спать Даяну на дневной сон. Как хорошо, что сегодня так все получилось. Вот иногда думаешь, ой, что они так рано встают, да? А вот сегодня-то на руку, что она встала так рано, до 7, хотя мы вчера, я пока все эти коробки складывала. Знаете, на улице сейчас темнеет не так быстро. Я не смотрела как-то на время, смотрела, сидела в ТикТоке, складывала коробки, она тут бегала, прыгала, я смотрю, еще нормально, светло. И потом смотрю на время 9:30. Ё-моё, обычно мы уже в это, ну, точнее, она в это время спит, а я пока все это собирала, как-то, знаете, время шло, я понимаю, что мне надо собирать, и, короче, в итоге поздно легли, думаю, еще с утра отключу будильник, не будем рано вставать, поспим, кто сколько хочет, угу. Поспали. В итоге она пришла ко мне в 6:50, мама, доброе утро. Думаю, блин, а потом такая, ага, у меня сегодня как раз много дел, как раз-то вовремя встала и хорошо днем поспишь. Ну, она и так, в принципе, днем хорошо спит, с дневным сном и с ночным у нас тьфу-тьфу, слава тебе, господи, проблем никаких нету. Но я вот как раз сейчас, пока она спит, я уже собрала одну коробку еще плюсом, и мне надо сейчас собрать бокс, мне заказали, я только недавно разобрала. Начинаю к переезду уже разбирать и складываю вот все, получается, боксы все эти, которые внутренности, все в одну коробку. И хочу, потому что так коробки перевозить очень много места занимает, хочу их разложить, и тогда их легче перевезти. Тут мне пишут, боксик хотят, но думаю, ладно, соберу, ничего страшного. Так что сейчас буду собирать бокс, да, и... Тогда пойду в магазин за продуктами, потому что дома еды нет совсем. Девчонки пообедали, Милана ела пельмени, Даяна суп с пачки ей сварила. Так, блин, сейчас главное не запутаться в боксик. А мне еды не хватило, и я осталась голодная. Не злая, правда, то часто очень слышу вот такую поговорку. Те, кто худеет, постоянно голодные и злые. Не согласна с этим. Злые, наверное, и голодные только те, кто не умеет правильно худеть, правильно питаться, потому что человек на правильном питании, он, в принципе, не должен быть голодным. Он должен быть всегда сыт. Голод – это вообще, как по мне, очень-очень плохо. Голодным человеку быть нельзя. Ну, я всегда, в принципе, сыта, да, сейчас я голодная, потому что нечего есть. Какая красота. Тоже в боксик идет. Ну, а так, не знаю, я не скажу, что я злая, потому что я худею. Нет, я всегда, в принципе, сыта. И по вечерам тоже. Складываю вот такие вот эти бутылочки в пакетики, чтобы они не царапались и были хорошие, красивые, как новенькие.
красота. Хочу, наверное, Даяне тоже такую купить, потому что когда, например, ребенок болеет, гораздо проще с этой штуки пить. Там получается, видите, такая силиконовая эта штучка. И вот думаю, купить нам тоже. Стоят они копейки. Болеем мы, правда, не часто, но все равно удобно так. Приподнес, попил, положил рядышком. Не надо вставать, особенно если, знаете, там ночью, например, когда сильно высокая температура, я предпочитаю ночью приходить и подпаивать понемножку. Чуть-чуть совсем. Но посмотрим, надо будет зайти в магазин, это уже когда переедем, тогда только. Так, все, я, наверное, забыла, что надо дальше складывать, так что я пока выключаюсь, попозже включусь. Бокс собран. Такая вот красота. Тут стикеры, переводки, татушки. Так, очки, браслеты, которые я делала сама. Потом вот такой вот блокнот обычный. Слайм. Еще один слайм. Вот такая красивая баночка. Повязочки. Для сна очень мне нравится, но я их больше найти нигде не могу. Вот купила тогда 3 штуки, надо было брать все-таки больше. Так, это для ванны у нас такая соль, бутылочка, шампунь, кондиционер и сумочка такая для обуви по типу. Вот такая вот красота будет в этом боксике. Так что все, упаковываем красиво. Совсем чуть не забыла. И обязательно коробку надо красиво оформить. У меня для этого есть такие вот прикольные наклеечки, которые я делала сама на заказ. Взяла с Гугла картинку, а вот эти вот надписи уже придумала сама. И заказала, мне их распечатали. Это самая коробочка с сюрпризами. И вот так, замурчательные сюрпризы. Так, давно у меня этих наклеек не было. Наклейки, кстати, я клею как сама захочу, потому что индивидуально никто наклейки никто никогда не просил. Знаете, ну типа под заказ обязательно вот такую надпись. Но если попросят, как бы, ай, конечно, могу сделать. Так, одной рукой, конечно, очень-очень неудобно. Оп. И вот так вот. Красота сразу, да? Так приятно. С такой надписью получить коробочку. Открываешь, а там такая хоп-хоп-хоп. Класс. Сбегала я быстро в магазин. Купила туалетную бумагу. Так, колбаса. Взяла себе по-быстренькому сейчас пожарить вот такие сосиски. Не знаю, никогда не брала. Надеюсь, мне понравится. Ну, голодная, съем все. Виноград. Бананы. Огурец. Так, надо вспышку включить. Во. Мороженое. Мороженое. Сливки. Так. Макароны. Груши, попкорн, куриное филе, еще куриное филе, так, чуть не упало, так, творог, картошка, много-много-много одноразовую посуду. Сейчас была 40% скидка. Получается, одна тарелка где-то около 3 центов. Я устала мыть посуду. Поэтому вот так. Это удобно, быстро. Не занимает времени потом на мытье. Так что будем так есть. Картошка к сосискам этим. И панировочные сухари. Все, да. Только что был чек. Потеряла чек. Сколько я за все заплатила? Где он есть? Почему я его не вижу? Только что же был. Нашла. За все я заплатила 29,17. Это очень многое было куплено по скидке уже. Так что все, буду все раскладывать и обедать. Чистила.
А сейчас баловство чипсиками. Такие, ну, неплохие. Не скажу, что прям вау, но неплохо. Даяна там сидит, лего играет. Вчера собрала я эту коробку с лего. Она увидела и сразу я хочу. Вот сидит, строит что-то там. Вытащила уже готовое что-то. Остальное сама достраивает. Ну, пускай сидит, играет. Ладно, тишина дома, правильно? Покажи. Да, Эльза. Полдесятого. Да-да, полдесятого. Я совсем забыла, что мне надо отправить посылку. Ну и пока оплатили. И вот только идем. Даяна с колясочкой. Мамочка выгуливает ребенка. Все тихо-тихо. Погода просто шикарная. Сейчас перед сном как раз погуляем. Народа нет, никого не заразим. Обалдеть. Сколько мы? 2 дня не были на улице? Даяна, посмотри, сколько листьев. Мы когда последний раз, точнее Даяна, когда последний раз была на улице, листьев так много не было. Было совсем чуть-чуть. Обалдеть, да, сколько? Что-то новенькое. Я вообще обожаю по вечерам гулять. Вот поздно вечером, летом, когда тепло, нет ветра. Супер вообще. Ой, не трогай там ничего, зайка, не надо. Это могут... Пошли. Вы любите по ночам гулять, по вечерам? Поздно-поздно, вот прям не 8, там, а где-то в 10, в 11. Я обожаю. Так что все, идем отправлять посылочку. И буду, наверное, уже с вами сегодня прощаться. На улице. Мне кажется, мы еще с вами на улице не прощались. Даяночка, скажи всем пока. Пока. Да, так что всем пока-пока.